Добрый вечер, Кирилл Валерьевич. Здравствуйте, Алексей Вячеславович. Кирилл Валерьевич, некоторые левые у нас договорились до того, что, по их мнению, философия не наука. Что бы вы сказали в ответ на такие заявления? Я думаю, что нам нужно разбирать не глупые идеи так называемых некоторых левых, а просто сообщить товарищам, которые пытаются сами разобраться в этом, и которые еще не до конца поняли этот вопрос, действительно, почему философия наука является. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, во-первых, и самое главное, сформулировать, а что же такое наука? Значит, наука – это система знаний или знания, возведенные в систему. То есть, если мы видим, что знания систематизированы, между ними есть логические соответствия, они возведены в систему, то можно считать, что данный предмет является наукой. Значит, если мы возьмем философию в том виде, как она выступает как наука, то философия – это такой раздел науки, который изучает наиболее общие законы природы, общества и мышления. То есть те законы, которые можно рассмотреть во всем, везде. Они наиболее общие. Если мы так смотрим на философию и на тот предмет, который она изучает, вот эти всеобщие законы, то, ну, вообще говоря, всеобщие законы природы, я думаю, что наши товарищи легко приведут, это известно из обществознания, таких законов масса. А вот с законами всеобщими, связанными с обществом и мышлением, сознанием этих законов обстоит несколько сложнее. Если мы говорим о законах мышления, всеобщих законах мышления, то в данном случае мы должны обратиться к тому разделу философии, который эти всеобщие законы мышления изучает. Этот раздел философии, вообще говоря, назывался раньше логикой, то есть изучал формальную логику. А теперь с открытием диалектической логики этот раздел вобрал в себя формальную логику и называется диалектической логикой или диалектикой. Так вот, наиболее полная диалектика изложена в труде Гегеля «Наука логики». И данный труд устроен следующим образом, что он берет самую простую, самую абстрактную категорию чистого бытия и при помощи логических переходов, которые формально логические, разворачивает вот эту категорию до более сложных, до конкретных категорий, до всеобщих категорий. И вот эти категории, система категорий и переходы между ними образуют диалектическую логику. Никакой другой диалектической логики, собственно говоря, не существует. И как раздел философии, безусловно, поскольку это движение категорий, оно систематизировано, изложено в труде Гегеля «Наука логики», можем сказать, что вот этот раздел философии точно систематизирован, и в нем открыты те общие законы мышления или, можно сказать, познания. То есть как мы при помощи нашего сознания познаем окружающий мир. Какие категории для этого мы используем. Ну и если рассматривать последний раздел философии, то есть это наиболее общие законы общества, или правильнее даже говорить, развитие общества, то здесь мы можем вот этот мощный инструмент диалектической логики, диалектики применить к материи и применить к развитию общества, к истории. И получаем при таком применении исторический материализм, то, что называется историческим материализмом. Ну и вот, например, такой наиболее общий закон исторического материализма, который все, кто хоть пытался изучать материализм или пытался изучать Маркса и Энгельса,
так или иначе на него наталкивались, но вот его можно сформулировать таким образом, что согласно материалистическому пониманию, определяющим моментом в истории является в конечном счете производство и воспроизводство непосредственно жизни. То есть, если мы хотим изучать какое-то общество, где мы его не взяли, в какой-то момент мы его не пытались изучать, для того, чтобы раскрыть сущность этого общества, мы должны изучать, как в этом обществе происходит производство и воспроизводство непосредственно жизни. Это вполне себе общий закон развития общества. Для того, чтобы вывести этот закон, действительно нужно пользоваться диалектическим методом, действительно нужно быть материалистом и так далее, и так далее. Но вот это философский общий закон, примененный к обществу. Поэтому мы видим, что вот в этих трех частях философия как наука о наиболее общих законах природы, общества и мышления существует как наука, и вот таким образом раскрывается как наука перед нашим умственным взором. Многие левые воспринимают марксизм несколько односторонне, как теорию трудовой стоимости, как теорию прибавочной стоимости, как какую-то догму. Что же такое марксизм? Если говорить о марксизме, то можно по-разному делать такие высказывания о марксизме, которые будут вполне себе правильные. Можно, например, сказать, что марксизм – это современный материализм. Вот если мы коротко скажем, марксизм – это современный материализм. Это первое. Второе. Можно сказать, что марксизм – это учение о диктатуре пролетариата. Это тоже будет верное суждение о марксизме. Вполне верное суждение. Но если мы хотим понять марксизм и увидеть марксизм как мировоззрение, то мы должны обратиться, ну, либо нам нужно изучать Маркса и Энгельса, но вообще говоря, для систематизации марксизма сделал Владимир Ильич Ленин в работе «Три источника и три основных части марксизма». И в этой работе он прекрасно показывает, что марксизм состоит из трех неразрывных моментов. Первый момент – это политическое… Ну, давайте начнем так. Первый момент – это философия, то есть исторический материализм как момент марксизма. Второй момент – это политическая экономия. Изложена она в основном в труде Карла Маркса «Капитал», и, собственно говоря, в которой Маркс производит критику политической экономии. И третий момент – это научный социализм. Научный социализм, который берет свои корни из социализма утопического, но в который привносит в утопический социализм ту материальную силу, которая, собственно говоря, те преобразования в обществе, которые делают социализм наличным бытием, ту материальную силу указывает. И это рабочий класс. Вот три момента, которые составляют марксизм. Теперь, если... Почему это моменты, собственно говоря? Вот если мы обратимся к труду Гегеля «Науки и логики», то там вот эта категория моменты появляется, и это нечто... Вообще говоря, это нечто неразрывное, что нельзя разделить, разорвать. И действительно, если мы смотрим на философское основание марксизма, на исторический материализм, он содержит в себе, во-первых, диалектический метод, и без диалектического метода невозможно понять «Капитал». Вот Владимир Ильич Ленин пишет, что нельзя вполне понять «Капитал» Маркса, особенно его первой главы, не поняв, не проштудировав всей логики Гегеля. То есть вот эта неразрывность между диалектическим методом, применением его к истории, материалистическим истолкованием и непосредственно теми выводами, которые делает Маркс в «Капитале»,
Вот эта связь неразрывная присутствует. Теперь, если мы посмотрим на неразрывность научного социализма и политической экономии, мы можем указать на следующий момент. Вот «Капитал», если мы его открываем, эту книгу, он начинается с такой вполне, с такой абстрактной категории, как товар. И вот Маркс берет товар, причем берет товар не как услуга, не как там стрижка, программа, еще что-то. Сейчас модно товарами называть все. А берет товар, который появляется перед нами как вещь. Просто вещь, способная удовлетворить некоторые потребности. Вот он берет такую категорию, как товар, и начинает его развивать. Развивает, пользуется диалектическим методом для раскрытия товара, ищет в нем противоречия, безусловно. И вот товар, развиваясь, доходит до денег, до капитала, до прибавочной стоимости и так далее, и так далее. И вот это развитие в самом конце конце первого тома «Капитала» приводит к тому, что Маркс пишет, бьет час капиталистической частной собственности, экспроприаторов экспроприируют. То есть мы начали с товара, а получили, оказались в области научного социализма, собственно говоря. Вот. И мы видим, во-первых, эту неразрывную связь политэкономии и научного социализма, это раз. А второе, что я очень хочу отметить, если некоторые товарищи хотят взять в качестве товара не вещь, а что-то иное, то никакого вывода, такого, который сделал Маркс, о том, что бьет-таки час капиталистической частной собственности, сделать нельзя. Ну вот, так вот можно сказать, что такое марксизм. Можно ли быть марксистом, не изучая диалектику? Я думаю, что на этот вопрос дан ответ уже 100 лет назад. 100 лет назад. И дан этот ответ Владимиром Ильичем Лениным. Он говорит, что, вот как я сказал, что нельзя вполне понять «Капитал» Маркса, особенно его первой главы, не проштудировав и не поняв всей логики Гегеля. Он же изучает науку логика Гегеля и штудирует в 2014 году. Он же пишет философское завещание, в котором говорит, что без, собственно говоря, без изучения науки логики наш марксизм будет не сражающимся, а сражаемым и так далее. То есть вот этот, так сказать, формально ответ на этот вопрос для ленинца, для марксиста ленинца, он очевиден, его дал, собственно говоря, Владимир Ильич Ленин. Это первое. Если мы обращаемся к Марксу и Энгельсу, то также можно сказать, Маркс прямо говорит, Гегель мой учитель. То есть вот отношение к Гегелю и к его труду науки и логики, оно у Маркса однозначное. Однозначное. И он в переписке с Энгельсом, например, очень часто говорит, что вот там мне попался томик науки и логики Гегеля, и это навело меня на какие-то размышления, поскольку вот я его штудировал. И Энгельс то же самое пишет. И Энгельс пишет о том, что наука логики – единственная компендия диалектики. То есть единственная кратчайший путь, прямая дорога к пониманию диалектического и освоению диалектического метода. Ну, соответственно, вот уже по тому, что я сказал, можно понять, что вполне быть марксистом, действительно марксистом, не изучая диалектики, нельзя. Теперь, если мы сравним подход диалектический с формально-логическим. Вот если мы, например, рассмотрим некого сегодняшнего левого, который уверенно стоит на формально-логическом подходе, утверждая, что он марксист, утверждая, что он там вполне коммунист, но при этом он отрицает диалектику как таковую. То есть он не то, что не хочет ее изучать. Он говорит, что вообще это там ерунда, глупость. Потому что, вообще говоря, диалектика изучает живой мир, а так как живой мир противоречив, она изучает это противоречие. А в формальной логике жестко выполняется закон исключенного третьего. То есть либо А, либо не А. Ну вот если такой сегодняшний левый подходит
с научной точки зрения, вот с такой формально-логической, чтению капитала и утверждая, что он этот капитал там понял или прочитал, то, к сожалению, таким левым мы поверить не можем. Почему? Потому что, как я уже говорил, Маркс пользуется диалектическим методом, и у него прямо в капитале возникают такие места, которые формальной логике противоречат. Вот я хочу привести пример конкретный. Если мы возьмем капитал, то на 158 странице, когда Маркс, собственно говоря, доказывает и показывает, каким образом возникает капитал, он пишет: «Итак, капитал не может возникнуть из обращения и также не может возникнуть вне обращения. Он должен возникнуть в обращении и в то же время не в обращении». То есть здесь, вообще говоря, Маркс нагло топчет этот закон исключенного третьего формально-логически. Ну и после, собственно говоря, после таких строк человек, который изучает только Аристотелеву логику и отрицает полностью диалектическую логику, он должен эту книжечку закрыть и не рассказывать нам о том, что он капитал там освоил каким-то образом. Поэтому в целом ответ может быть такой. Вполне быть марксистом без изучения диалектики, особенно с отрицанием диалектики, сегодня нельзя. Спасибо, Кирилл Валерьевич. Спасибо.